Вот так вот, вот глубина, такая вот глубина снежного покрова в полях, где не продувается. Трстой, ворон! Ну, ворон отвык у меня ходить. Прыг, 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 зайчики беленькие. Приехали с вороном на место. Следов тут достаточно много. Дальний кордон это у нас. Не были тут с середины лета. Солонец тут. Летом я приезжал. Соли маленько завозил. И еще маленько было. И все. И больше мы сюда ни разу не попали. А зверь ходит. Есть лосиный следышек, кабаний следы, свежий один кабаний, сейчас мы по нему шли, сегодняшний, вот он, или вчерашний, такой неплохой кабанчик, видимо, ходит, я так понимаю, периодически, а может быть тут где-то в кустах живет. Ворон себя ведет довольно настороженно. Ну и косули следы. Усики не крупные, судя по следам. Сегодняшний вот след есть. Нет, не сегодняшний, подмерзший. Показалось совсем рыхлый. А оказывается, они сюда ходят. Так, вот до бела вылизано деревце. 10 килограмм соли я привез. А там еще привезу. Как-то вот так вот. Плохо видно, уже темно. Вот подсветка включилась, ворону голову подсвечивает. Там 3 или 4 козлика. 4. Слева, наверное, козел здоровый. И там коза с козлятами. Все, побежали. Как-то вот так вот, в общем, едем домой. До дома еще ехать и ехать. Снега он ворону самое малое, по его на коленке, местами еще больше.